Это мясо? Сам? Знаешь? Ребята, кто хочет вкусное мясо, заходите на сайт «Рецепты от Жоржа». Армянин творит чудеса с мясом. Это что-то, я такого не видел. В смысле, от Жоржа? Открываем. Ай, горячая. Зачем перчатки снял? Очень горячая. Как он говорит, ай, мама Джан. Ой, запах пошел. Он зря научил не снимать эту кожуру. Кожуру надо снимать? Шкуру. Но она дубовая становится. Так же, как у меня в духовке вытек, подгорело, а это нет. Может, там где-то дырочка была? Ну, скорее всего, провал здесь, да. Ну, все равно подгорает корка. Подожди, Томик. Сейчас чуть-чуть остынь, почищу. Берем. Это вообще ничего не прилипло, да? Видишь, и сок остался там, видишь, вот, что значит не вытекло. Подожди. Вот. Вот как должно было быть. Но видишь, почему-то рвется. Да, вот кожуру. Сейчас чуть остынь, пускай, смотри.